Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос эксперту». В студии для вас Дмитрий Романов. Дмитрий Романов, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», член Общественной палаты Республики Татарстан. Наше ТСЖ получает плату за размещение рекламы на фасаде дома. Могут ли данные средства направляться в фонд капитального ремонта? Если да, то могут ли они засчитываться в счет исполнения обязанностей собственников по уплате взноса? Да, могут. В соответствии с последними изменениями жилищного законодательства Российской Федерации, доходы от передачи в пользование объектов общего имущества в многоквартирном доме, средства товарищества, собственников жилья, жилищного кооператива, в том числе доходы от хозяйственной деятельности товарищества, собственников жилья, жилищного кооператива, могут направляться на формирование фонда капитального ремонта в счет исполнения обязанностей собственников помещений в многоквартирном доме по уплате взносов на капитальный ремонт. Денежные средства могут использоваться на финансирование любых услуг или работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Эти действия правомерны по решению собственников помещений в многоквартирном доме, решению членов товарищества собственников жилья, решению членов жилищного кооператива, принятым в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом товарищества собственников жилья, Уставом жилищного кооператива.